СПБ ГКУ курортный лесопарк. Это мы находимся у станции Дибуны. Здесь очень классная зона. Очень длинная дорожка для того, чтобы сделать прогулки или покататься на велосипедах. Вот мы сейчас на велосипедах туда и поедем. А если ехать туда дальше, совсем далеко, то можно доехать до шалаша Ильича Ленина. Запах здесь обалденный. И лес классный. Еловый в основном. Он больше смешан, но елового тут больше. Все, нравится вам вот такие дорожки? Как часто вы любите путешествовать по таким участкам Ленобласти? Пишите в своих комментариях. Дорожка очень ровненькая. Прям очень приятно по ней кататься. Посмотрим, что дальше будет. Приятно, что здесь есть места, где можно остановиться, перекусить. Но вот по поводу туалетов я здесь не видел. Туалетов здесь нету. Туалетом является, наверное, лес. Такая мостик. Пожарный водоем. Ой, называется, чуть не упал. Дорога здесь очень длинная. Вот что раньше... О. Территория заповедная здесь называется. Раньше здесь дорога была более такие. Здесь горбы были какие-то, ямы условно. А сейчас дорога очень ровная. И по ней ехать одно удовольствие. Здесь, в принципе, и с коляской нормально, да, с детской можно прогуляться. Угу. Здесь нет таких преград. В отличие как вот от этого. От Рощина? Да, как в Рощина. Здесь очень нормально. Здесь очень ровненько, хорошо здесь. Ну, на этих велосипедах, на маленьких. На велосипедах, да, классно. Ни одной ямки пока еще не встретили, а проехали уже несколько километров. Офигенное место. Смотрите, какая красота вокруг. А дорога просто идеальная. Просто идеальная. Ее, по всей видимости, все-таки здесь выровняли. Здесь очень классно и удобно ехать, и тихо. Погода просто сказка. Наверное, одно из лучших мест, где здесь можно вот просто долго-долго идти, гулять. Супер. Ну, смотрите, дальше вот кончилась такая мягкая дорожка, пошла асфальтовая, но она еще лучше и ровнее, чем та. То есть здесь еще легче. Это вот, по сути, мы к шалашу Ленина едем. А справа от нас... Вот этот Сестрорецкий разлив, по-моему, называется правильно. Вот сюда мы можем уйти. Ага. Люди отдыхают. Как говорится, это место пусто не бывает. Проехали уже 8 километров примерно. Вот дорожка эта асфальтовая. Там шлагбаум мы проехали, за которым машины нельзя оставлять. То есть здесь уже машины ездят. Но здесь зато вон, видите, можно и не только на велосипедах, но и на роликах погонять. Машин-то немного. Почти нет, очень мало машин. Самое классное, что везде на том пути хорошая дорога. Да, дорога просто идеальная. Просто идеальная дорога. Ну, возможно, еще то, что сейчас понедельник, народу мало. Ну, офигенно. Здесь, конечно, уже машины. Уже не так комфортно. Но дорога продолжается. Смотрите, остановились. Тут так необычно сделано. Это здесь пристегнуть можно велосипеды. Классно сделано. Вон там такая вот штука написана. У нас тут классно. А здесь вот, видите, статуя из дерева. Классно сделано. Вот. Все это у дорожки. Сестринское участковое лесничество. Рядом находится разлив Сестрорецкий.
озеро. Находимся у ЖД Тарховка. Здесь, оказывается, Ленин есть. Памятник Ленину.